искренне считаем, что мечты должны воплощаться, а воплощать мечты вместе проще и веселее. В течение всего нашего обучения в школе у нас были наставники, с которыми было легко и интересно. Мы ездили на экскурсии в Москве, Подмосковье и в другие города России и Европы. Мы ходили в театры, музеи, на выставки. Мы устраивали сами себе праздники на Новый год или 23 февраля и 8 марта. Мы могли просто собраться небольшой или большой компанией, на каникулах или в обычный день, и играть в настольные игры, петь песни под гитару, пить чай с шоколадным фондю или просто общаться. Мы говорим спасибо нашим наставникам. Пройдет немного времени, и мы сдадим все экзамены. Закончим школу и будем не учениками, а выпускниками школы номер 218. Мы будем учиться в разных вузах, намного реже вместе встречаться. Мы разлетимся по миру, но где бы мы ни жили, ни учились, ни работали. Мы всегда будем помнить годы, проведенные в школе. Мы благодарим всех учителей, которые долгие годы учили нас, вкладывали в нас душу, не отчаивались, когда у нас что-то не получалось, беспокоились за нас, когда мы попадали в неприятные ситуации, вселяли в нас уверенность, когда мы пытались покорять даже пусть и маленькие, но все-таки высоты. Годы, проведенные в школе, подарили нам верных друзей, первую любовь, сделали нас умнее, лучше, самостоятельнее. Мы благодарим всех, кто заботился о нас в школе. Маргариту Павловну, Галину Витальевну, врачей, работников столовой, всех, кто отвечает за сохранение уюта, комфорта и безопасности в школе. Отдельно мы хотим благодарить психологическую службу за терпение и понимание. Мы так часто пользовались гостеприимством 216 кабинета. Мы благодарим Константина Петровича за умение выслушать и предложить выход из ситуации. Мы благодарим всю администрацию школы за организованность, порядок и стабильность в школе. Спасибо вам всем за чудесные проведенные годы. Мы по-настоящему любим школу и всегда с теплотой будем вспоминать о ней. А сейчас выступает Чекунова Мария и исполняет песню «Шопен. Мечта».
На сцену приглашаются учащиеся 11 параллели Чикирис Георгий и ученица 10 параллели Ефимова Марина. Я буду немногословен, но скажу. Дорогие 10 класс, этот ключ способен открыть двери. Дверь в этой жизни. И я надеюсь, вы используете его с умом. Дорогие наши выпускники, я поздравляю вас с тем, что вы прошли этот долгий путь длиной в 11 лет. Совсем скоро перед вами откроется новая дверь, дверь в взрослую жизнь. И я верю, что вы добьетесь небывалых высот. И желаю вам успеха, счастья, терпения. А главное, помните, что всегда есть место, где вас любят, ждут и радуются вашим успехам и победам. Ну а пока ключ принимаем мы, 10-я параллель. И мы обещаем быть достойной сменой вам. С праздником! Секрет счастья и полноценной жизни – в умении отличать подлинные сокровища от фальшивых. Школа, друзья, учеба, учителя, родные, любовь – вот настоящие сокровища. Они вне времени, они даны нам, чтобы мы не забывали. Когда хочешь чего-то всем сердцем, то ни собственные страхи, ни внешние обстоятельства не помешают добиться цели. Когда хочешь чего-то всем сердцем, ты сможешь исполнить свою мечту. А сейчас приходит время прощаться.